Друзья, всем привет! Вы на канале Бро Игрушки, и сегодня у нас мечта каждого мужчины и мальчика — Lexus на обзоре. Сразу же скажите, да, это Lexus Автопром. Нет, это Lexus не Автопром, это модель дешевле, но не хуже по характеристиках. Это фирма Автоэксперт. Вот почему решил показать, потому что ценник дешевле, а качество неплохое, и тоже прорисовочка салона есть. Открываются две двери. У нас открывается капот. Сейчас покажу, как это работает. Прорисовочка двигателя присутствует. То есть, ну, вот такая морда Лексуса. Двери тоже эти открываются. Открывается багажник. У нас тут еще есть ряд сидений. То есть, ну, по сути, можно брать, потому что ценник ниже, а качество вполне нормальное. Колеса тоже прорезиненные, днище пластиковое. В принципе, то же самое, что у Автопрома. Самая важная озвучка, она тут тоже есть. Фары светятся линзами. Сзади фары не светятся, это минус. У Автопрома светятся. Но, учитывая ниже ценник, можно простить. Вот кому нравится такая модель, рекомендуем к покупке. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Всем спасибо за просмотр, всем пока.